Сегодня действительно непростой день, сегодня 25 октября, все вы прекрасно знаете, что это день свадьбы очаровательной Наташи и Александра. Ну что ж, от всей души мы поздравляем вам, но сегодня произошло еще одно событие, которое требует внимания. Сегодня, в этот день, у наших дорогих Катерины и Алексея шоумен. Катерина и Алексей празднуют замечательный праздник. 22 года бракосочетания. Давайте, друзья, поаплодируем. В этот замечательный день наши дорогие шоу-люди находятся на боевом посту. Это очень хорошая традиция, это очень светлый знак. Ну что ж, и в подарок я возьму на себя смелость от молодоженов. Горько! Пусть целуются вот так. Извините, что поцелуемся без музыки. Главное, микрофон работает. Друзья мои, они только что поженились, а мы 22 года назад. 22 года назад была такая же погода. Горько! Медленный танец для нас. Я прошу тебя, сумей забыть все тревоги дня. Пусть они уйдут, и, может быть, ты поймешь меня. Все, что я скажу, не знаешь ты, только ты тому вина. Понял я, что мне нужна, нужна одна, лишь ты одна. Этот день нам вспомнится не раз, я его так ждал. Как мне хорошо с тобой сейчас, жаль, что вечер мал. Благодарен я судьбе своей за любовь, что нам дано. Понял я, что мне нужна, нужна одна, лишь ты одна. Хочу, чтоб годом вопреки, так же были мы близки, так же были мы близки. 20 лет спустя. Мечтал о счастье я таком, я днем не знал. Даже целый век вдвоем с тобой мне, наверное, мал. Благодарен я судьбе своей за любовь, что нам дано. Понял я, что мне нужна, нужна одна, лишь ты одна. Хочу, чтоб годом вопреки, так же были мы близки, так же были мы близки. 20 лет спустя. Ну что ж, горько всем. Горько! И фотография на память можно? Саш, спасибо большое.